Ну, в партии «Атамекен» я с 2007 года. И для меня самое главное – это идеи партии и наш лидер, значимость которого оценит будущее поколение. Может быть, поэтому в нашей партии столько молодых и креативных. Я займусь это повышением уровня жизни наших пенсионеров, которые на грани нищеты, на грани выживания. Это не должно быть так. Можно придумать много-много путей, чтобы поднять уровень жизни. Например, вот смотрите, на Западе есть такое подвешенное кофе. У нас столько много коммерческих организаций, которые могли бы хотя бы раз в месяц сделать благотворительную акцию для каких-то пенсионеров. Магазины, бутики, торговые центры, спортивные какие-то площадки. Сделать то, что они не могут себе позволить. Один раз в месяц бесплатно, пожалуйста. Это мы можем сами, граждане страны, помочь нашим пенсионерам.